Всем привет, ребят. Ну что, вчера в группе Castle Clash опубликовали новость по поводу 15-х скиллов, что они будут добавлены. Это, в принципе, ожидаемо. Я решил это все пересмотреть, собрать, выделить героев, которых интересные изменения, которые немножко повлияют. На них много героев, как обычно, как и в 12-м, 13-м скилле. Ну, усиление их никакой роли не играет. И тут, в принципе, тоже такого нет. Поэтому паниковать, я думаю, не стоит. Плохо то, что они добавляют 15-е скиллы, грубо говоря, делают это, но не делают ставку на старых героев, не меняют их, не меняют локации. Ну, в общем, они ни хрена не делают. Не прислушиваются к тому, что надо сделать. Видели атаку фортов, я проходил двумя героями, просто зажал две гильдии и все. Ну, то есть, такого бреда не должно быть, но они нифига в этом плане не делают. В соответствии, люди просто уходят, перестают донатить, потому что это бессмысленно. В общем, у нас сегодня будет обзор талантов 15-15, я повыбирал их. Также не забывайте, идет угадайка, это утренний конкурс, утренний самый первый видос, там вы можете все видеть, как это делается, возможность получить огника. И еженеделька точно так же есть. В общем, поехали, сделаем мега-обзорчик талантов, поговорим о них. А вы в комментах напишите, какие герои вам понравились, что вы думаете. Ну, я знаю, что все думают то же самое, что я по поводу обновлений, но есть интересное усиление героев. Так, Лис. Что у нас в Лисе изменено? 4 секунды. Заморозка немножко лучше стала, кулдаун 5 секунд, то есть 0,1 секунда, она все равно роль играет, ребят. Вроде кажется 0,1-0,2, потом еще, в итоге неплохой получается заморозочный скилл, 70% немножко добавили атаки. Я не добавлял сюда героев, у которых чисто атаку добавили, я искал героев, у которых есть более-менее изменения. То есть там такие герои, как Душегуб плюс 3 энергии. Ну, я думаю, бессмысленно было его даже искать, потому что это заморочка. Дальше, Афинка. У нас получается увеличивает скорость атаки на 75%, то есть против 70%, плюс энергию дает. Ну и, конечно же, усиление атаки, оно есть практически у всех героев. Так, наносит урон 1485 секунд. Болт, вот, уменьшает атаку. Плюс 5% добавили, 35%. И иммунитет к урону увеличивает атаку на 100. Ну, Трифит это такой герой, которого, наверное, многие не используют. Поехали дальше. ПБшка. 12-12 так и осталось, но герой теперь получает на 96% меньше урона. То есть еще усиление очень даже крутое по дефу для него. Если брать атаку, ну, как и у всех героев, она ему его не надо собирать на атакующую сборку, но усиление для него тоже хорошее. Седнушка. Усиление восстанавливает здоровье плюс 5%. Добавилось, было 30, станет 35%. Оживы 3-3, 100-100, ну, по сути, больше ничего такого нет. Асурик, 6 целей, станет 7 целей. Ну, вот это, я думаю, одно из таких тоже крутых изменений, потому что плюс одна цель, как-никак, в принципе, тоже круто. Ну и плюс атака. Бугич, добавили урон, плюс получаемый плюс 5%, то есть усиление самого героя неплохо. Командорка, 75% отражалки, усиление немножко атаки, ну а дальше все как есть. Ну, такое среднее усиление, но опять же усиление стат героя. Трифит, 4 цели, ну я его так записал, его тоже, наверное, многие не используют. 1200 атаки, то есть усиление атаки, герои наносят 840 атаки, то есть станет 940, усиление дружественных героев. Роза, 560 станет 600, то есть здесь усиление плюс максимальное, плюс 1% добавили по урон по цели. Так, землеройка 5-5 так и осталось, немножко увеличили
атаку и добавили плюс 5% уклонения. В принципе, для Зимройки это тоже круто. Зефир. 4 цели, 4 цели. Так, сейчас так, чтобы оно не бегало. 0,2 секунды кулдауны у нас остались, в принципе, те же. Единственное, восстанавливает здоровье плюс 2% усиления. Чистый урон тоже увеличился на 16%. Это тоже довольно-таки неплохое усиление будет для этого героя. Поэтому я его тоже буду качать в первую очередь, так как Зефир на сегодня один из самых таких востребованных и актуальных героев. Так, оккультист. Усиление кинжала его, 6 героев, плюс 10% лучше будет атака. Так, в принципе, все осталось, но это влияет на командную игру, и реально оккультист один из топовых героев в командной игре, поэтому я его тоже добавил. Так, фобушка. Усиление атаки 100-105-5-90-90-3-3. Ну, я его добавил, даже не знаю, уменьшает 5. А, вот что его добавил. 4,8 секунды уменьшает восстановление энергии, станет 5 секунд. То есть, получается, очень занятная картинка. Смотрите внимательно. Наносит урон в размере 700 от атаки, уменьшает энергию на 105 противников. Также на 5 секунд уменьшает их восстановление энергии. Только от обычных атак и получения урона на 90% и снимает положительные эффекты кулдаун 5 секунд. То есть он, по сути, уменьшает на 90% навсегда. Я не знаю, может, они это пофикс. Ну, то есть здесь вообще будет очень жестко, но если он у вас будет заряжаться, то есть очень быстро, то он всегда будет накидывать. Но это круто. Это очень круто. Ну, я даже не буду комментировать. Вы сами можете написать в комментах, что вы думаете по этому поводу. Так, дуэлянт. Улучшение немножко атаки будет. 3,5 секунды, кулдаун 4. Чистый урон у него плюс 5% сделали. В принципе, больше ничего такого. То есть, улучшение чистого урона у дуэлянта. Ну, шумаем, утомаем. Так, тут поносит немножко улучшение атаки. Плюс уменьшение атаки вражественных героев плюс 4%. Кулдауны у нас остались те же. Ну, Мэри, вы знаете, для чего надо. Она, в принципе, крутая. Бард. Еще одна имба будет. У него будет получаемый входящий урон ограничение до 10 тысяч за удар. Было 15, стало 10. То есть, нехилая такая прибавка. Ну а дальше, как видите, там у нас в принципе все тоже осталось, то есть здесь именно на входящий урон. Ну это самая имба на сегодня, что не есть, это бардик, то есть тут просто и так все было круто, но теперь на 2,8 секунды щит, было 2,6, стало 2,8, отражалка увеличилась на тоже 3%, было 32, стало 35. Ну, а дальше все вроде то же самое. Ну, не знаю, этого героя, это надо, скорее всего, таланты фиксить, а не этого героя. Герой, конечно, классный. Ну, паладина я не мог пропустить. 60-75. Снижение энергии. Шапка. Плюс одна цель. Плюс 3% здоровья. Ну, это здоровье такое себе, но плюс одна цель, это однозначно плюс. Ну, здесь шанс крита и увеличение урона. 15-16 союзников у других достало. Минотавр 10% урона, 95 энергии. То есть это, в принципе, ни о чем. Единственное, вот 10% урона. А все остальное фигня. Это забор этой энергии, он никогда не нужен был на нем. Смертушки добавился плюс 1 юнит. Тыковки плюс 3% к бафу. Ну, повлияет ли это, я не знаю. Хотя, в принципе, на разгонах, на стаках может быть. Так, Купидон тоже интересная тема. Скорость передвижения было 65, стало 80. Вот это тоже очень крутое нововведение. Как по мне будет, Купидон будет просто делать всех такими. Будут флешмены у нас бегать.
Так, фараон. Ну, тут урон у нас улучшение урона входящего. Получаем его также оглушение плюс 0,2 секунды. Ну, этого героя вряд ли кто-то где-то использует еще. Так. Дракон получает, будет плюс 15 входящего урона, плюс усиление немножко атаки и здоровье восстановления плюс 300%. РТшка. Оглушение было 1,2 секунды, станет 1,4. 7 союзников и увеличение атаки. Имка. Ну, я не знаю, есть ли смысл этого бафа, так как герой упирается в кулдаун. Получаемый был 45, станет 48. Самое интересное, ребят, дерево тоже. Получаемый урон 75, станет 80. 8 станет 9 героев резать, он будет уже на поле боя. Ну, в принципе, очень круто будет смотреться на, наверное, локация, где по 9 у нас героев. Это у нас лабиринт, например. Ну, опять же, это резает он за раз, не факт, что он будет жить. Также оживляет, ой, говорю, резать, накидывает это защиту, оживлять он будет точно так же по 6 героев, но теперь не 85, а 100 здоровья. Это реально круто. Череп, ну тут усиление атаки, шанс крита станет плюс 10%, но черепа я тоже не мог пропустить. Капитан Дрейк однозначно круто, плюс к оглушению, плюс одна цель, плюс урон. Это будет еще круче на добивающих, говорю, режимах, заданиях. Ну, в общем, вы поняли. На добивалках это однозначно плюс одна цель. Кенди. У нас будет улучшение здесь вот трех союзников с показателем здоровья на 35. Это будет повышение уклонения. Ну, Кенди тоже мало кто использует. Плюс 10% энергии. Так, Гаргул. У него улучшение от хила, плюс понижение 70 было 67. Ну, тоже, в принципе, усиление. Арктика, эффекты лечения станут 95, было 80. Урон, понятно. Ну, дальше кулдауны остались все те же. Валька, ну, усиление набора энергии 3,5 плюс крит. Атака плюс 4% получается. На 5 секунд, кулдаун 5 секунд. То есть здесь герой будет все время улучшение это давать, то есть точно так же, как и в Фобушке. Здесь у нас усиление тоже процентуальное. Ну, не знаю, посмотрим, как оно будет. Улучшение дефа от Гризли, ну, такое. Леди Лео тоже интересно. Плюс 0,1 секунда добавили, плюс добавили немножко атаки, но это реально тоже усиление для этого героя хорошее. Одержимый. Плюс к атаке будет. Также будет получаемый урон был 25, станет 30. И плюс форме еще плюс 20%. Ну, неплохо. Здесь ослепление у нас плюс 0,1 секунда. Тоже по чуть-чуть растет. Дальше все вроде точно так же. Цели не поменялись. Тоже неплохо. Так, тут у нас увеличение атаки. Вот в течение 11 секунд здесь будет 12 секунд. Ну, то есть увеличили немножко шанс на 1 секунду. Так, что у нас у хранителя? У хранителя у нас будет все то же усиление бафа на 6 секунд. В принципе, неплохо. Ой, на 6 секунд, на 6%. Сердцеедка. Сердцеедка, увеличение атаки, также уменьшение атаки было 65, станет 80. Это неплохо, даже очень неплохо. Дальше у нас все те же самые кулдауны остались. Ну, вот это усиление тоже на некоторых вариациях и героях хорошо будет работать. Такс, Анубис. Ну, процентуалка у него и так 100 целей, кулдаун 12, снижает атаку плюс 3%. Больше такого ничего здесь не поменяли. Стрелок. У стрелка тоже есть изменения. Немножко атаки, два орнитоптера, но вот снижая лечение на 3 секунды уже. Вот герой получает меньше
откат 3 секунды, 25 каждую секунду. Ну, тоже с 2 до 3, в принципе, усиление стрелка неплохое. Тесочка. 2000, шанс крита станет 80, был 65, ну, дальше уже все то же самое. Ну, тоже неплохо. Так, Некроса тоже взял, просто показать, что это бессмысленно, вот эти вот улучшения, ну, бессмысленно, 48-50 это ни о чем, оно ничего решать по сути не будет, восполняет плюс 4% и усиление атаки, герой не актуален. Воржей 490, теперь будет 520, снижает эффект и скорость на 90, также осталось, восстанавливает 7 героев, это однозначно плюс, еще плюс одна цель, вот ворожея тоже в первую очередь надо будет качать, плюс 2000 от атаки, усиление от хила, плюс также увеличивает атаку на 3%, тут было 42, тут 45%. В общем, такое вот, ребятушки, у нас по Олегам. По обычным героям я уже не стал их записывать, потому что это дохренище емора, я вам так скажу. Что у кого есть. У Ледяхи добавится просто плюс 2 цели. Все тоже останется. Так, это кто у нас? Королева Змей. Тут наносит общий урон плюс 5% и плюс 30%. Плюс 65 единиц урона в секунду. Ну, такое себе. Давайте по основным пройдемся. Шаман. Усиление атаки и снижение плюс 3%. Такое себе тоже. Пандочка. 520-560 урона. Оглушение на 3 секунды плюс 0,5 секунд. Кулдауна нет. Панда тоже будет крутая. Ну, весь гарнизон крутой, кто смотрел видосы, они на прокачках реально творят чудеса. Так, тут у нас циклоп увеличение урона, оборотень. Так, увеличение кулдауна будет увеличивает атаку на 300% и скорость атаки на 9. Было 8, стало 9 секунд. Тоже неплохо. Так, дальше наемный убийца. Увеличивает атаку героя плюс 15% на себя. Так, это кто у нас? Палач. Кома 4,5. Увеличение просто урона. Теперь поехали. Бочка нас интересует однозначно. Куда же без бочки? В принципе, остальные нафиг надо. Самое главное посмотреть бочку. В бочке у нас получается, получаем урон плюс 3%. И ограничивает получаемый урон за удар, урон до 5000. Вот бочка это самая имба будет. Было 10, стало 5. Это точно так же, как и у Мишани. В общем, ребят, такой вот обзорчик. Пишите комменты, ставьте лайки. Надеемся, что-то будет толковое. Всем удачи, всем пока.